Кэтлин, сегодня ты будешь моей помощницей. Работы немало, но я думаю, ты справишься. Вот это ископаемый тираннозаврус Рекс. Огромный динозавр. Одно из самых грозных животных, которые когда-либо жили на свете. Что это было? Я уверена, ничего такого страшного, зайка. Главное, не паникуй, Кэтлин. Дай мне руку, и мы найдем какое-нибудь безопасное место. Ну вот, это самое безопасное место во всем здании. Оставайся здесь и никуда не ходи. Мне надо убедиться, что все покинули музей. Не бойся, солнышко, я же буду здесь. Ты сможешь видеть меня на мониторах, вот они, перед тобой. Хорошо? Маркус, алло, вы это слышали? Алло? Джон Харрис из городской инженерной службы. Тут снаружи полный хаос. Весь город вверх дном. Вы должны нам помочь, мы не можем выбраться. Сначала найдите свою дочь. Я постараюсь помочь, чем смогу. Мобильная связь то и дело обрывается, а вот электронная почта, похоже, более надежна. Вам нужно пробраться в соседнюю комнату. Давайте начнем с... Алло, Джон, начнем с чего? Похоже, теперь добраться до Кэтлин будет непросто. Придется пробивать себе путь через каждый зал. Маркус, это вы? Вы в порядке? Где вы? У меня все нормально, Сьюзан. А у вас? Бывало и лучше. Спасибо, что связали со мной этого инженера. Я очень сожалею, я не могу добраться до них. Я знаю, что она безопасна. Мы усилили комнату охраны. Я просто хочу быть с ней рядом. А вы мне предлагаете? Только самое ценное. И только то, что попадется по пути. Маркус, сейчас не время для фанатизма. Это просто вещи. Сьюзан, этим вещам мы посвятили твои жизни. Это история. Ты знаешь, это не хуже месяца. Я сделаю, что смогу.
Маркус прав. Это редчайшие свидетельства истории. Хотела бы я спасти их все. Давай же, ответь, милая. Привет, это Кейтлин. Меня здесь нет. Я где-то в другом месте, так что оставьте сообщение. Должно быть телефон, сэр. Вечно забывает зарядить его. Thank you.
Сигнализация, похоже, работает. Может, удастся вызвать помощь. Алло? Есть тут кто-нибудь? Ответьте. Прием. Кто-нибудь меня слышит? Мама, это ты? Кейтлин, ты где? Ты в порядке? Я в комнате охраны. Я услышала, как рация трещит. Ты моя умница. Ты в порядке? В полном. Только выбраться отсюда не могу. Где ты, мам? Пожалуйста, приходи за мной. Мне страшно. Не бойся, теперь все будет хорошо. Просто сиди там, там безопасно. А я к тебе приду, ладно? Ладно. Мам? Да. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Она должна быть напугана, но она храбрая девочка. За маму. Thank you.
но неизвестно, когда будут. Какой-то главный мост обвалился. Спасибо за информацию. Thank you.
Здравствуйте, все хорошо? Да, все нормально. У меня тут ваш муж, он сумасшедший. Пешком прошел всю дорогу, чтобы вас найти. Дэвид? Ну вот, теперь еще и за него волноваться. Дайте его сюда. Ну, в порядке, я только что с ней говорила. Правда? Просто гора с плеч. Все будет хорошо. Я снова иду на свою семью. Дэвид, а кто будет спасать тебя? Скоро увидите. Кирпинская, передай Кейтлин, что я ее тоже люблю. И я тебя, Кейтлин, передам, как только смогу.
Thank you.
дела, милая? Что-то случилось? Нет. А что тогда? Я думала, может, надо папе позвонить? Он бы нам помог. Кейтлин, зайка, папа нам сейчас не может помочь. Но он уже идет к нам и передавал, что он тебя любит. Ты говорила с ним? Да, и он делает все, что может. Но там сейчас очень опасно. Хотела бы я, чтобы он был здесь.